Chibai, I'm not. Вот такая витрина. И на улице уже замануха, можно посмотреть, что продают. Очень, я считаю, разумно. Если человек не видит, что продают, он и не зайдет. А так, вот, судя по всему, ковер ручной работы. Иконочка. Внутри магазин очень красивый, но по моим меркам очень дорогой. Можно купить очень красивую кофту с вышивкой за 3000, но они предлагают тут же примерно такую же, но немножко поскромнее, уже за 600 рублей. Вот за 600 я прямо уже бы купила, если бы была та, которую я вначале посмотрела.